происходит, это невероятно, да, то, что мы каждый день друг с другом встречаемся, и мы не боимся. Каждый из нас, каждый день делает маленький шаг к большой победе. Мы все переступаем через свой страх, учимся быть свободными и независимыми. Это очень сложно, но вместе победим! Считаю, что власть не права и что это сплошная ложь, что сейчас ни слова правды нет из государственных СМИ, к сожалению. Это очень печально. И чем больше власть отрицает вещи очевидные, тем хуже для государства. Жалко страну. Обидно за страну и жаль людей. Уже много, и невозможно всех закрыть, всех уволить, и в тюрьмы особенно посадить, всех нереально просто. Посадят 100 человек, выйдет 200 человек на завтра, и это будет, потому что люди больше терпеть не могут. Мы на грани.